Оказался яблочко. Работал Аркадий, я думаю. Работал Саша, я думаю, он расскажет. Всем добрый вечер. Я хотел бы все-таки дать слово исполнителю, потому что, конечно, мы все приложили к этой песне немало труда и усилий. Эти усилия были коллективными. Вот, но Саша должен сказать про это сам. С удовольствием. Мне обычно очень нравится рассказывать мои истории. Типа, что я написал. И обычно это хватает, но когда я услышал эту песню, увидел половину фильма, тогда я, конечно, сразу согласился участвовать, потому что это все очень чувствуется, что как это, ничего там комплексного нет, сейчас сразу прямо душу. Понятно. Ну вот скажи.